Всем привет, друзья! Kia, Kia Venga. Крепление аккумулятора. Как у нормальных автомобилей, тут его нету. Вот тут паз, который заходит, я уже открутил. Раз, два, и третий вот винт. Сейчас третий в кармане. Вот здесь прикручен был. Это жесть просто. Так, сейчас еще клемму минусовую. Короче, чтобы поменять аккумулятор, веселая процедура. Мы его вынимаем, сейчас покажу, где крепится. Вместе с блоком управления один целый кронштейн. И болты находятся вот тут сзади. Сейчас будем попадать. Это просто кто конструировал какой-то серьезный этот конструктор. А где поржавело? Есть, да? Стреляет краска. Сколько? 8 лет, да, машине? Ну, 9. 9. Смотрите, вот то, что подмазывал, вот здесь оно уже, вот здесь уже, то есть рыжики такие крепкие. Ну тут царапина была или не? А, нет, просто сверху замазано, да? Ну да, да. И вот здесь вот рыжики. Ну так еще не критично, но уже да. В принципе, как для... И 4 года вообще машина по соли не ездила, да, получается. Ну, самое ключевое вот эта конструкция. Вот сейчас попробую показать вам. Вон эти два болта сзади, которые крепят. Ну и третий вверху уже я показывал. Вот они прижимают вот этой площадку. Стандартное крепление, только сделано. Что не сделать по-человечески, блок управления закрепить. Здесь спереди, ну, фильтр можно было воздушный, допустим, открутил. И легко снял. Это жесть. Очень удобно. Вот так рука выглядит после съема. Красная чуть-чуть, но это мелочи. Бывает и похуже. Range Rover как-то приезжал. Люди на станцию поехали, потому что там... Сейчас, что ж там было? Пистоны хитрые, короче. Ну, там вообще мрак. Нам, правда, машина стоит $1150. Ну, Range Rover. Да, да, свежий. И те сразу... Говорят, что-то попытались, посмотрели сами. Говорю, на станцию рядом ребятам, говорю, поменяете. Да, 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 ох, елки, нет. Дороже получится. Да, может. Что-то там было, не помню, уже какая-то заморочка. Да, пистоны, что-то там панелями закрыто. Ну, в общем, там пол машины надо разбросать. Какой-то или спецключ нужен был, не помню уже. Ну, в общем, уехали на станцию. Так, ну все, ставим. Ставим, ставим. 60-ка, что тут стояло, кстати, это обмененный уже, да. Обмененный? Ну, похоже, что да. Похоже, что обмененный уже. Ну, если 9 лет, то вряд ли родной дожил. В общем, 30, примерно около 30 минут извращений вот таких. И аккумулятор заменен. О, хорошо. Все. Ставим. Ставим клеммы, можно ехать. Реально. Реально цирк. Маркетологи, изобретатели, да? Чтобы Миша мне так залупазлик сделал бы с такими креплениями, то я не знаю, как бы я на нем ездил. Как бы мы его чинили. Ну, правда, мотор, чтобы коробку снять надо с мотором, ну, там, в принципе, несложно. Примерно где-то, как здесь поменять аккумулятор, так в залупазе снять мотор с коробкой. По усилиям где-то близко.